Намами Ганге Тавападпанкажам Сурасурайрвандитодипарупам Бхуктинчамуктинчададасинитям Бхаванурупена Саданаранам Гангатарангараманиаджатакалапам Гаури Нирантара Бигуши Тобамабхагам Нараяно Приямананга Мадапахарам Барана Сипурапати Ваджави Харе Кришна, 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 Харе Харе, Рама, 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 Харе. Ятха ятха атма паримиджате асоу матпунна гатха савано видханай. Ятха ятха атма паримаджат асоу матпунна гатха савано виданай татха татха пашати васту сукшам чакшуша анжана сампраюктам чакшуша чакшусайва анжана сампраюктам Гаурия Гостипати Сисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада Bonded soul. Шрила Прабхупада сказал, что обусловленная душа, она всегда стремится к своему благу. И вот Шрила Прабхупада сказал, что обычная привычка обусловленной души, то, что она стремится к собственному благу. Но это для обусловленной души невозможно обрести настоящее благо. Они пытаются, но встречаются с какими-то проблемами по пути. На самом деле, Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупада сказал, что без милости гуру и вайшнавов это невозможно для нас пересечь этот материальный океан. Это практически невозможно для нас пересечь этот материальный океан. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад с тяжелым сердцем, практически плача, говорит, что это очень сложно помочь пересечь дживатме этот материальный мир, спасти душ из ловушки Майя-деви. Очень сложно. Это очень сложно спасти дживатму из ловушки Майя. Я имею в виду ту иллюзорную энергию, которая влияет на них, и вот помочь душам вырваться из тюрьмы этого материального мира практически невозможно, это очень тяжело. Но все же мы должны пытаться снова и снова, что если кто-то, какая-то обусловленная душа может осознать эту сиддханту, то тогда они могут совершать баджан. И та шлока, с которой я начал, Шрила Прабхупада, он также говорит об этом. Я раньше также говорил, Шрила Прабхупада на Бенгале говорил, Веда Дрик и Мамса Дрик, это на Бенгале. Те, кто материальные люди, они смотрят то, что их и видят, что их окружают материальные вещи. В Рай Рамананда Самвате вы можете помнить, когда
Махапрабху обсуждал с Раманандой, то в то время Рай Махашой, он поймал Махапрабху и сказал, чтобы он признался, кто он есть на самом деле. Он сказал, что я вижу, что ты Враджендранандан с флейтой и с Радхарани, а сейчас ты изменил свою форму, и поэтому говори, кто ты на самом деле. И вот Господь очень сладко, сладкими словами сказал, Шрила Прабхупад говорит, что ты Махабхагавата, и поэтому, куда бы ты ни смотрел, ты видишь своего поклоняемого Господа везде. А он сказал, что не надо обманывать меня, поскольку ты чистый преданный, и куда бы ты ни смотрел, ты видишь своего поклоняемого Господа повсюду. В Пурушоттам Даме я говорил уже о том, что то, что вы говорите, слушаете, ходите, спите, едите, все должно быть в соответствии с желанием Гуру и Вайшнавов. Все ваши действия должны находиться под контролем Гуру и Вайшнавов, иначе нет шанса, что вы сможете пересечь этот материальный мир. Мы хотим быть контролируемыми Гуру и Вайшнавами, поэтому пришли на этот путь. Но обычно мы находим, что мы хотим контролировать Гуру и Вайшнавов. Это обычно случается. Мы хотим контролировать Гуру и Вайшнавов. Шрила Прабхупад говорит, что это одна из сильнейших оков. И однажды Шрила Прабхупад говорил перед какими-то преданными, почему вы пытаетесь контролировать Гуру Вайшнавов? Зачем вы это делаете? Это мои обязанности. Я действую как ачарья. Вы не должны делать это, поскольку это самое сильнейшее препятствие на пути баджана. И вот ведадрики, мамсадрик, ведадрик значит, вы должны пытаться снова и снова получить прекрасный даршан. И уже вы должны молиться каждый день сударшана, о сударшан. Благослови меня, чтобы у меня был прекрасный даршан, прекрасное видение. У нас есть такой ужасный даршан. Куда бы мы ни смотрели, мы видим только плоть и кровь. И я приведу пример. Например, вы пришли к преданному, и вы видите какого-то преданного. Но однажды, например, какой-то преданный есть, и тигр перед ним. И как же этот тигр видит этого преданного? А в этом материальном мире у каждого живого существа есть свой соответственный даршан. И когда вы находитесь перед тигром, тигр видит вас в качестве собственной еды. А свиньи, например, когда они видят испражнения, они не чувствуют отвращения, они наоборот радуются, что им наконец-то еда перепала. И поэтому для тигра вы выглядите как еда. И в этих бесконечных вселенных все души, все живые существа, у них есть свой даршан, свое видение согласно их предыдущим самскарам, предыдущим впечатлениям. И вот, хотя мы преданные, мы все равно должны молиться сударшану. Что значит сударшан? Сударшан — это не просто колесо какое-то, чакра. Бхактинан Такур говорит, что сударшан — это сила воли изъявления Кришны. Сударшан, он может даровать нам прекрасный даршан, прекрасное видение, чтобы мы смогли видеть, что есть что в этом духовном мире. Шрила Прабхупад обычно дает нам совет, что гуру и вайшнавы,
гуру и вайшнавы, они трансцендентные медиумы, прозрачные. Гурудев, он выступает в роли прозрачного трансцендентного медиума, через который мы можем видеть трансцендентный мир. Гуру и вайшнавы. С помощью которых мы можем видеть этот трансцендентный мир. И поскольку своими собственными глазами мы не можем видеть совершенно духовный мир только с помощью гуру и вайшнавов. И то, что говорится в этой шлоке, очень важно. Шрила Прабхупад буквально плачет, говоря эти слова, что спасти обусловленную душу из ловушки майи — это очень тяжело. Мы не можем представить этого, это такое не так просто спасти обусловленную душу из ловушки майя и привести к Кришне, это практически невозможно. И вот никто не может понять, что это, что мы можем обрести великое благо от гуру вайшнавов. Если мы молимся Кришне, то мы находимся на каком-то уровне определенном. Мы не можем обрести связь с Кришной. Джива Госвамипад говорит, что Кришна находится на таком уровне, что обусловленная душа не может обрести какую-то связь с Кришной. Конечно, он может пытаться, но эту связь с Кришной обрести не так просто. Кришна занят своими трансцендентными лилами с Враджавати, с Гопи. И у него нет никакой работы, он только через гуру вайшнавов он может занять Баладева или всю нашу гурваргу, чтобы она пришла в этот мир и спасла нас. А прямо мы не можем обрести связь с Кришной, поскольку Кришна находится на таком превосходном, на таком высоком уровне, что мы не можем его достичь. Кришна, он занят своими лилами, и поэтому он занимает Баладева. Я много раз говорил уже о том, что мы не можем получить милость Кришны прямо, но милость Кришны мы можем получить через гуру и вайшнавов. Только через его спутников мы можем обрести его милость. И вот суть в том, если вайшнав молится от моего имени Кришне, то тогда в этом случае Кришна, он может спасти нас, поскольку у нас есть связь с Кришной. И вот сегодня день Шиваратри. Почему я начал с этой шлоки? Почему? Это то, что хотел сказать Шри Чайтанья Махапрабху в первой шлоке Шикшаштаки. Эта шлока, она похожа на Шикшаштаку, но не полностью. И вот в ней говорится, что преданный, чем больше он слушает Харикатху и Харикиртан. В начале всего Шраван — это наилучшее, наивысшее, поскольку без Шравана, без слушания мы не можем ничего говорить. Кто-то думает, что Харикатха, кто-то может запомнить и рассказать, но нет, это не то. Харикатха — это не другое. Мы никогда не хотели быть лекторами, чтобы говорить какие-то лекции перед публикой, нет. И суть в том,
что мы можем запомнить философию какую-то, говорить ее перед людьми, но это не харикатха. Харикатха значит, вы говорите о своем чувстве, которое вы получили от нашей гуруварги. Шрила Прабхупад говорила, что есть два вида даршана. Первый — это веда-дрики, мамса-дрик. Второй — значит даршан, то, что вы видите только плоть и кровь, а первый — ведийский даршан. И вот второй даршан — такой мой материальный, телесный даршан. Такие люди, которые обладают таким даршаном, они только видят плоть и кровь всюду. А другой даршан — веда-дрик. Веда-дрик значит шраута-панта. Вы должны находиться в наставнической преемственности нашей гурварги, и от нее вы обретете всю силу и такой ведический даршан. И в этой шлоке говорится: чем больше преданный слушает харикатхи и харикиртана, чем больше он слушает, тем больше он может очистить свое сердце. Я знаю, какие-то преданные говорят, что они слушают долгое время, но Вишвана Чакраварти говорит, что он приводит такой пример. Иногда мы видим, что какой-то преданный потерял терпение. 5 лет уже или 10 лет совершает баджан, но не видит никакого результата. И вот какие-то преданные долгое время совершают баджан, но не видят таких ощутимых результатов. И Вишвана Чакравати говорит, какие-то преданные могут потерять терпение, что не чувствуют улучшения в своей жизни, что совершают баджан 20 лет. А смотрите, если посмотреть, например, Прахлада Махараджа, ему всего 5 лет, но какое чувство к Верховному Господу у него есть. Это, а нам уже почти 80, у нас нет такого. Но это особая милость Господа. Вишвана Чакравати говорит, что иногда какие-то преданные теряют свое терпение, поскольку не находят прогресса, не прогрессируют в баджане. Вишвана Чакравати говорит, как вы об этом узнали. И вот Вишвана Чакравати приводит такой пример, что, например, на ваших руках цепь, наручники, и вы так в этих наручниках, в таком обусловленном состоянии, кто-то вас связал, допустим, в тюрьме, например, какие-то люди, они иногда бывают окованы, связаны цепями, и Вишвана Чакравати говорит, и если предположим, что какой-то человек хочет вас освободить, он пришел с ножовкой, с пилой и пытается распилить ваши цепи. И Вишвана Чакравати говорит то, что пока вы не освободились от ваших цепей полностью, то вы чувствуете такую же боль. Как, например, если вы попугая привяжете золотой цепью куда-то или с железной цепью, то попугай будет все равно, какой цепью он привязан к своей клетке. И Вишвана Чакравати говорит, что вы не можете чувствовать. Вы можете совершать саду-сангу, слушать харикатху, харикиртан, но вы не всегда можете понять, какое улучшение происходит в вашей жизни. И можете потерять терпение. Вишвана Чакравати говорит, что пока вы не освободитесь полностью, то боль будет та же самая, как вот в случае с распиливанием цепей окованного человека. И поэтому для обусловленной души очень сложно понять, на каком положении она находится. И поэтому Шрила Бхактивинода Тхакур в Джайва-дхарме приводит такой пример. С Шринатхпура два молодых человека пришли
к Рагунадас Бабаджи Махараджу в Шивас Мандир и спрашивает: «О Махарадж, где, на каком положении же мы находимся? Вы дали нам харинам, и мы повторяем харинам, получили дикшу, и каково же наше положение?» И вот Бабаджи Махарадж спрашивает, и после этого говорит: «Вы вот на таком положении, ты на таком положении, ты вот в таком положении находишься». И вот Рагунандас Бабаджи Махарадж, он четко определил, где они находятся. А для обусловленной души понять состояние обусловленной души практически невозможно, как Прохлад Махарадж говорит, что обусловленная душа, она не может вести другую обусловленную душу. Они в итоге упадут в яму или еще что-то случится. Но та шлока, с которой я начал, она очень важна. Она говорит о том, что чем больше вы слушаете Харикатху и Харикиртан, тем больше ваше сердце очищается. Подобно тому, как вот в Индии есть каджал, им глаза красят. Считается, что этот каджал, если им подмазывать глаза, ну, уже видите, в Индии ходят все, даже детей часто, их глаза подкрашивают черным каджалом. И вот считается, что это зрение улучшает. И вот если день за днем так применять этот каджал, то зрение, по идее, увеличивается. И таким образом постепенно можно чувствовать, что ваш даршан, ваше видение, зрение, оно улучшается. И вот если сравнить наше мировосприятие 20 лет назад и сейчас, то под влиянием саду-санги наше видение мира, наш даршан, он стал гораздо лучше. И сейчас мы уже не видим Шилу Бхактипрамода Пури Госвами Махараджа как какого-то пожилого человека. Перед ним раскрылось его величие. И чтобы это осознать, нужно совершать саду-сангу. И вот сегодня день Шиваратри, Шива-таттва, она очень запутанная. Я попытаюсь объяснить и представить ее в понятном виде. И вот сегодня Шиваратри. И этот особый день в Хари-бхакти-виласе Шрила Санатан Госвами, он описывает, что так или иначе мы должны соблюдать Шиваратри. Санатан Госвами говорит, мы должны соблюдать Шиваратри очень внимательно. Почему? Поскольку Шиваратри, она может дать нам бхакти, силу и все остальное. И сейчас можно спросить, согласно Бхагаватам, мы знаем, что проблема возникла между Дакшей и Шамбу, Шанкаром Шивой. Я расскажу о его качествах, и там мы находим, что спор возник между Дакшей и Шивой. But actually, after that, you can remember Nandiya and Bhrigu fighting with each other and speech fighting. И вот можно вспомнить также там Надя и Бригу, у них тоже была такая словесная перепалка. Бригу оскорблял его, а Надя проклял его. Can follow Pasanda path. Pasanda path, you know? Pasanda. И вот одно из проклятий было то, что те, кто следует Шиве, они не смогут получить бхакти. Это Бригу проклял. Тех, кто следует Шиве, они станут по Пашанде.
те, у кого нет бхакти, демонами. И вот какие-то люди могут сказать, что в Бхагаватам описывается, что если мы следуем Шиве, то это очень опасно, мы не сможем обрести бхакти. Но будьте уверены в том, что Шанкар-татва, она очень сложна. И я попытаюсь объяснить ее по милости Гурваги, и тогда вы поймете, что это не так все просто. И что такое Шива-татва? Шива-татва, она настолько сложна, что Шива-татва, Шиваджи Махарадж, это не Джива-татва. Шива-татва — это не джива-татва, но брахма-татва — это обычно джива-татва. Вначале я хочу прояснить это. Брахма-татва — это обычно джива-татва. Как описывается, что постепенно 100 рождений, если у нас есть возможность следовать Варнашрама Дхарме совершенным образом, полностью не отклоняясь от правил и предписаний безупречно. И вот если мы, у нас будет возможность следовать 100 жизней Варнашрама Дхарме, идеально 100 жизней, и тогда мы можем стать Брамой, точнее, занять положение Брамы. Это как должность такая, но достойные дживы, такие, которые могут совершать Варнашрама Дхарму в течение 100 жизней, они становятся, занимают положение Брамы. Но если таких джив нету, то сам Верховный Господь, Он занимает пост Брама, это Хираньягарбха Брама называется. И вот в то время Хираньягарбха Брама — это сам Верховный Господь. Он занимает этот пост тогда, когда нет достойных джив. Но когда... И вот, но Шанкар-татва, она не такая. Шамбу, Шанкар-татва, она отличная. И вот откуда Шанкар-татва происходит? И вот говорится, что из Верховного Господа Шанкар-татва исходит. И вот как мы, какую же аналогию можно привести? Самое ближайшее — это йогурт и молоко. Что молоко, когда оно становится йогуртом, то наоборот сделать из йогурта молоко невозможно, но можно сделать йогурт из молока. А чтобы кто-то наоборот сделал из йогурта молоко, такого еще не бывает. И вот наша Гурварга приводит такой красивый пример Джива Госвами, что это аналогия, говорится, что Кришна не может Шивой стать, а просто научно, чтобы доказать о причине и следствии.
И Джива Госвами говорит, чтобы доказать, он такую аналогию приводит, что Кришна Бхагаван Иши Чайтани Махапрабху говорит с Кришнанандой Сарасвати. В этом материальном мире мы можем найти философский камень. And at present, scientists, those who are advanced science, they are speaking this 100% possible. And it can be. Сейчас ученые говорят, что существование философского камня возможно, поскольку теоретически то есть должно быть такое вещество, которое может изменить молекулярную структуру другого вещества. И теоретически он, этот философский камень может существовать, почему бы нет? И вот, вы знаете, есть уран и плутоний в периодической таблице Менделеева, есть различные элементы, они занимают свое положение в этой таблице согласно их свойствам. И вот мы можем понять, что это возможно, как, например, если уран или плутоний лежит долгое время, то можно найти, что его структура, он излучает радиацию. Alpha, beta, gamma, three rays coming out, and for after long period you can find, oh my God, that uranium is already converted into plutonium. И если так оно лежит какое-то время, то уран может плутоном стать под влиянием этой радиации. И Кюри, два ученых, вот эти ученые, Кюри, фамилия. Они были бедны достаточно и работали день и ночь. И вот они вследствие своих научных изысканий этот уран как-то добыли. И он положил этот уран на стол, и там и там была фотопленка или еще что-то. И когда утром они пришли на свою работу, видели, что на этой фотопленке какой-то отпечаток, и как они подумали, как это возможно, вроде ничего не делали с этой пленкой. И на следующий день они поняли, что они обнаружили радиацию, которая исходит из этого урана, и таким образом это радиация была обнаружена, и вследствие рентгеновская рентген был открыт. И вот и если уран может стать плутонием вследствие изменения кристаллической структуры, то теоретически другие вещества, они тоже могут изменить свою молекулярную структуру. И если есть такой философский камень, который может воздействовать на другие металлы, то это должно быть правдой. И Махапрабху приводит пример, что в этом материальном мире
why you say that Bhagavan need to be, you know, distorted? Bhagavat Tattva, Brahma Tattva need not, you know, undergo distortion. Not. Automatically, it's an automatic. Brahma have some Sakti. But those who are mad, they say no. If they confess, if they, you know, confess one Sakti Tattva separate, then they think Advaita Gyan Tattva is disturbed. They think if we agree with Sakti Tattva, then actually we are going to lose our Advaita Gyan Tattva. Advaita Gyan Tattva, because Advaita Gyan Tattva no Dvaita, no dwell, only one. Brahma Satta Jagat Mitha. I can come to this point after. So actually this way, now actually И вот Махапрабху приводит пример, что если в этом материальном мире, если у философского камня есть такая способность, то Брахма почему он не может это сделать? И вот Шанкартатва, она происходит из Верховного Господа. Для различных целей Шанкар, он исходит из Верховного Господа, но это не значит, что Бхагаван должен как-то изменяться и становиться Шанкаром. Джива Госвами Пад, он говорит об этом только чтобы подтвердить теорию причин и следствия, как молоко может стать йогуртом, но йогурт не может стать молоком, и также Кришна может стать Шивой, но Шива никогда не может стать Кришной. И внешне можно видеть, что Брахма, он творит вселенную по милости Верховного Господа. И там можно найти, что Бхагаван Шри Кришна мы получили, Брахма, он получил эту Ашта мантру из 18 этих слагающих. That's why actually Brahma being bhajan. Brahma совершает bhajan, и кто-то думает, что Брахма не может осознать расататву и прочее, но это запутанно, я не буду об этом говорить. И Брахма получил эту мантру 18 сложную от Верховного Господа. И Брахма получил посвящение от Верховного Господа. И Шанкартатва на более возвышенно. Внешне можно найти, что Шанкар Бхагаван Шамбху, он берет ответственность за Тамагуну. Внешне можно найти, что Шанкар, он ответственен за Тамагуну. This way we think it's a very joking. Sankartatva is very difficult. Just now I told that Bhrigu cursed that those who are going to Bhrigu, он проклял тех, кто будут следовать Шиве, они могут стать Пашанди. И сейчас мы не можем применить это к нашей духовной жизни, поскольку суть в том, это правда, те материалисты, они могут посмотреть на Шамбху, тот, кто ответственный за Тамагуну. И пример так, можно такой же привести, что какой-то вайшнав может работать в полиции, каким-то начальником полиции. Внешне он вайшнав, но вынужден ходить в этой полицейской форме, вести себя соответствующе. Но что делать? Работа такая. И также те материальные люди, те обусловленные души, демоны, они обмануты Шанкаром. Шанкар
У него есть прекрасная возможность обманывать людей. Шанкар Бхагаван может обмануть любого. Когда вы видите, что Шанкар кого-то благословляет, то там какие-то недостатки в его благословениях есть. Шанкар Таттва, Шанкар, он ответственен также за разрушение во время вселенского разрушения. А когда это происходит, когда Брахма, он... Это... И... И вот во время полного, во время полного разрушения Вселенной, все души, они в тонкой форме, они принимают прибежище в гарбу Дакашая Вишну. А во время частичного Кшира Дакашая, и вот и я говорил о Адвайта Таттве, поскольку когда день явления Адвайта Ачарьи, Адвайта Таттва — это Садашива Таттва, я уже говорил об этом. И Садашив Таттва, какая же обязанность Садашив Таттвы? Мы не поклоняемся обычному Шиве. Как вы знаете, Йогамая, те преданные, они поклоняются Йогамая в том самом месте, в Парматале. Kulodevi Yogamaya, Moreki Bhagavi, you can go through the scripture. So this Yogamaya can help us to get in connection with Йогамая, она может помочь вам обрести связь с Верховным Господом. И те гопи, они поклоняются Йогамая. This way actually is same, you can go in front of Poramatala, as in front of you is Yogamaya, in front of и преданные, которые идут на йога, на Парматалу, она для нас Йогамая, а для обычных людей Махамая. И мы, но мы всегда поклоняемся Сада Шива Таттве. Мы должны поклоняться. И те гопи, они тоже поклоняются. So, actually, Sarasip Tattva is non-different from Vishnu Tattva. И Сада Шива Таттва, она не отлична от Вишну Таттвы. So now, what is the difference between Mahavishnu Jagat Karta, Mayaya Jasrijati Adaha, Tashavatara Eva Ayam, affirmative, be sure. Tashavatara Eva Ayam, Ayam means this Sadasir Advaita Gosai is the incarnation of Mahavishnu Jagat Karta, Mayaya Jasrijati Adaha, Tashavatara Eva Ayam, Advaita Chajishvara. So what is the function of Mahavishnu? И какая же функция Махавишну? В Гите можно найти, Бхагаван Шри Кришна говорит Арджуне такие слова, что под моим началом вся Пракрити, вся природа, она дает рождение разным видам живых существ. That with Mahavishnu, Maya Devi cannot have direct link.
Но Майя Деви, она не может иметь прямую связь с Махавишну. Только Махавишну видит. И из Махавишну исходит лучи света, и через эти лучи света дживы, они входят в лоно природы этой майя. И таким образом, через их самскары, майя-деви, она порождает этих живых существ согласно их карме. Но Садашив, он предоставляет эти ингредиенты, составляющие этой материальной природы, откуда все это берется, эта материя, эти все вещи, они даны Садашивой. И наука в последней своей версии, вот Махарадж говорит о теории относительности, что энергия может И вот Махарадж рассказывает про Вишуда Ананду Сарасвати. Он был такой садак, не в нашей линии, но все же он рассказывал о том, что можно сделать все из света. Но мы не знаем об этом как. И вот сейчас наука тоже подошла к этому, к этой теории, что Солнце, оно источает огромное количество энергии. В Махабхарате говорится, что Бог Солнца, он дал тарелку какую-то Драупади, и с этой тарелки Драупади могла кормить тысячи людей. Такая скатерть-самобранка индийская. И в Бхагаватам можно найти Шатраджит, он получил какой-то драгоценный камень. Шатраджит, он был преданным Бога Солнца, и Господь Солнце явился перед ним и дал ему какой-то драгоценный камень. И этот драгоценный камень, он каждый день производил какое-то определенное количество золота. И как это было возможно? И сейчас кто-то может спросить, что как это Садашив, откуда он взял все эти составляющие для творения, а сейчас это где? Поскольку согласно математике вся Вселенная, если плотность, если общая плотность Земли, и вот, в общем, Земля, она имеет разную плотность, и плотность этой Земли, если она бесконечно увеличивается, то тогда объем становится нулем, и весь мир можно так сжать до какой-то маленькой точки. То есть если плотность, если сжать всю Вселенную до бесконечной плотности, то она может принять размер какой-то маленькой точки. И how possible? Why it is not possible, Mara? It is possible, Mara.
И поэтому логическое понимание не может стоять на пути абсолютной истины. И Адвайта Гасай в тонкой форме, он находится в мы поклоняемся Садашиве. Но Садашива находится на Вишнулоке. Если мы достигнем реки Вираджа, Вираджа это река на границе с Вайкундхой. Вираджа значит вигато раджа. Вираджа значит, если у нас есть какое-то осквернение, какая-то нечистота какая-то, и после того, как мы пересекли эти высшие миры, даже если мы возвысились над Сатьялокой, но если у нас какое-то сквернение, какая-то нечистота есть в нашем сердце, то когда мы возвысимся до этого состояния, до Брахмалоки, и мы увидим эту реку Вираджа. Вираджа — это на санскрите значит буквально, если слово в слово переводить, Вираджа значит, что она очищает нас от самых последних осквернений. Даже если, например, нет вожделения, какой-то запах вожделения, то приняв омовение в этой реке, она очистит нас от всякого осквернения, и тогда мы сможем продвигаться выше. И вот потом будет безличное сияние Брахмана, потом Садашивалока. So this way there, you actually Sita Devi, the wife, Shakti of Advaita Goswami, staying there. Now, just like Bhaktivinoda Thakur told, what do you mean by Maya? Everybody is saying вот Maya. Бхактивинода Такура спрашивает, что такое... кто спрашивали у Бхактивинода Такура, что такое Майя? И Бхактивинода Такура дал прекрасное объяснение. But except that you can find another potency as it there in this material world. But without that potency, this potency cannot have any existence. Follow him. Follow what I say? Bhaktivinoda Thakur speaking, internal person's potency, Yogamaya Shakti of Supreme Lord is the original Shakti. Бхактивинода Такур говорит, что у Верховного Господа есть внутренняя энергия, и есть еще тень той внутренней энергии, которая не может существовать без той внутренней энергии. То есть йога-майя и маха-майя имеется в виду. Маха-майя, она не может существовать без йога-майи, поскольку она представляет собой тень той йога-майи. И так же, как если нету... То есть Махарадж приводит пример с тем, что если кто-то стоит перед солнцем, и тень возникает, и вот та тело человека, оно олицетворяет собой йога-майя, а тень Махамая. Was created by Krishna this way, we are speaking, but on Nitya.
в духовном мире и вообще то есть нельзя найти начальную точку, кто сначала Кришна или Радхарани. Это они вечные или Гуранга. Они все вечные. И когда Гуранга Махапрабху, когда он появился, у него нет начала. Если думать, где же начало, то вы обречены на провал в духовном мире. Внешне выглядит, что может быть где-то должно быть начало, но невозможно найти, что сначала, Гора Татва или Рада Говинда или еще кто. То есть они все вечные. Хотя говорится, что Гуранга — это совместная форма Кришны и Радхарани, но кто из них был первый, неизвестно, поскольку они вечны. И вот энергия Шри Кришны — это Радхарани. Если есть Кришна, то есть Радхарани. А кто из них первый, невозможно определить. В Веданта Сутре говорится «Шакти, Шакти, Матурабьет». То есть то, что Шактиман, обладатель Шакти, он не отличен от... Он не отличен от своей энергии. И поэтому вот в следующей шлоке говорится, что тоже подтверждается это, но майявади, они не могут осознать это, то, что для Верховного Господа Брамы возможно показать нам различные виды энергии. Это одна татва, дама, нама, парика, вайшиштха и все прочее. Это одна единая татва. Адвайян татва значит, что должно быть какое-то различие. Единство в различии. И внутри этой уникальной татвы можно найти все. И поэтому наша Гуру Вага Джива Госвами Пад говорит, что Верховный Господь, Его имя, Его дама, Его спутники, Его окружение, все в общем составляет одну единую Бхагаваттатву. Бхагаваттатва не значит, что Бхагаван раздельно, преданный раздельно. Бхагаваттатва значит все вместе. Это одна единая Адвайгентатва. И мы не можем разделить эту Бхагаваттатву на части. Это невозможно. И Гуру Татва, я уже говорил о ней, что это изначально Гуру Татва на... Гуру Татва, она едина. Все садгуру, если мы найдем их источник, то мы увидим, что вся Гуру Татва, все садгуру, они исходят из одного единого источника, вся наша Гуру Варга. Но и все садгуру из всех четырех сампрадай, может, из Нимбарка сампрадай есть какой-то садгуру, или Мадвачарья сампрадай или Рамануджа, они все садгуру. Может, они Расататва, Сиданта отличаются, но в итоге Гуру Татва, это Аканда Татва, она нераздельна. И оттуда мы можем их всех видеть. И вот Садашив Татва, это тоже Гуру Татва. Я могу доказать с цитатами с различных Пуран, я могу показать вам, что любое наставление, данное нам в Бхагаватам или в Пуранах, то можно найти, что либо Шанкар говорит об этом, Шанкар Увача, Шанкар говорит, или Нарада Увача. Даже многие стотры, они произнесены Шивой, например, Гопал Сахасранам или Вишну Сахасранам. То есть все писания, они даны нам двумя махаджанами. Это Шива и Нарада. Шанкар Татва, я уже говорил, но очень запутанно. Это не Джива Татва, но
иногда можно видеть, что Брахма, тот, кто живет, соблюдает совершенную варнашрама дарму на протяжении 100 жизней, то такая душа, она достойна стать, занять пост Брахмы. А если такая душа, она 100 лет может быть Брахмой, совершать свои обязанности идеально, то тогда она может стать Рудрой. И вот Брахма-татва в Рудра-татву так перейдет. А Садашив, он находится на том трансцендентном мире. И на Вайкунтхе. И вот на Вайкунтхе есть Садашива, и на Кайлаше мы можем найти Шиву на Кайлаше. Даже Ранарангешвара. Имеется в виду, вот если Гупешва, например, это полная экспансия Садашивы, а другие эти аватары Шивы, вот Припарешва, Нагешва и еще кто-то, в общем, другие экспансии Садашивы, они частичные, только Гупешва, он полный. И сейчас мы будем поклоняться этой Садашива-татве. И что такое Садашива-татва? В Бхагаватам говорится, что запрещено поклоняться Шива-татве, но я видел, мой Гурудев поклонялся Шиве со слезами и принимал прасад от Шивы, но многие говорят, что шакти-прасад, то есть прасад от шакти-татвы запрещен к принятию. Но мы поклоняемся Шиве как сада-шива-татве, и поэтому это вишну-прасад получается, и мы можем его принимать. И вот в Бхагаватам тот случай, он приводится для материальных людей с демоническим складом ума. Также можно помнить, что в Бхагаватамрите Нарада он хотел воспеть славу Шанкара. В Бхагаватамрите говорится, что Нарада он хотел воспеть славу Шанкара Шамбу, но Шанкар он сказал, что не нужно. И Нарада сказал, что ты лучше из преданных Господа, ты получил полную милость. И в Бхагаватам можно найти такую шлоку. И в Бхагаватам говорится, что Шамбу он лучший из вайшнавов, и сейчас день за днем мы можем говорить о запутанности Шива-таттвы. Внешне выглядит, что Шива он ответственен за тамагуну, он живет в каких-то крематориях, посыпается пеплом сожженных тел, привидения всякие вокруг него летают, но обычные люди с демоническим складом ума, они обмануты. И Садашив-таттва, если вы понимаете Садашив-таттву, то вы можете понять, что Шанкар-бхагаван, он оставляет за собой право не быть открытым вашим органам чувств. Если вы сотни, и вот если мы так 100 жизней будем занимать пост Брахмы, то мы
Рудрой может стать. То есть иногда случается, что недостойный джива, и тогда Брахма, Господь может стать Брахмой, но в случае с Шивой это не так. Рудра, он может уничтожить весь мир, поскольку Господь дал ему такую силу. Много раз я говорил, что Шанкар Бхагаван, он не совсем И вот когда Нарада говорит о Шанкаре, что он лучший из преданных, то Шанкара говорит, что нет, не нужно говорить так, я не преданный Господа. Зачем ты так говоришь, Прохлад, он лучший из преданных? Если мы сможем понять эту татву, Шива-таттва больше, чем Прохлад-таттва. Но Прохлад Махарадж, он получил всю милость от Нарисимха-дева. Нарисимха-дев благословил его, прикоснулся своей рукой к его голове. И Прохлад Махарадж, он не занят разрушением, наказанием и прочими этими такими делами. И Прохлад Махарадж, он никогда не возмущался, когда его отец хотел убить его или издевался так или иначе, то Прохлад Махарадж, он никогда не возмущался, когда Прохлада скинули с горы в океан, то Прохлад тоже не возмущался. Это место Джион Нрисимха, там гора в Южной Индии. В то время Хираньякашипу, он скинул Прохлад Махараджа с этой высокой горы в океан. Но Нарисимха-дев защитил его, и поэтому Шанкар Бхагаван, он хотел избежать своей славы и сказал, что ты не должен прославлять меня, Прохлад, он лучший из всех. И Шанкар-таттва, она очень запутана, очень высока. Мы видим, что материальные люди, тысяч материальных людей, те, у кого демонический склад ума, они поклоняются Шанкар Бхагавану. Джай Шива Шанкар. One kind of cheating propensity. Character Vaishnava, такого, что если кто-то приходит к Вайшнаву с чистым сердцем, без какого-то лицемерия, то Вайшнав, он может благословить вас. Actually, what is the market price of the land? One kata land, how much value there? And what is the price of rice at present there in your village? Если такие материалисты приходили к Бабаджи Махараджу, то Бабаджи Махарадж, он... Vaishnav can understand the heart of any people coming in front of them. This way, we can take it granted that Shankar Bhagavan sometime expressing this kama cheating sarup. Now one by one, Shankar Bhagavan speaking. You see, you can remember. И вот Шанкар Бхагаван. Actually, I was in trouble in front of Брикасу. Говорит, что я в случае с Брикасуром был попал. Этот Брикасур, когда он Шакунинандан.
когда он совершал свою аскезу, чтобы выпросить благословение от меня, то этот сын Шакуни Вритрасу, он хотел обрести особую силу, он поклонялся Шанкару. И после этого Шанкар явился. И что же делать? Если я благословляю этот Врикрасу, попросил такое благословение, что если он прикоснется своей руке к чьей-то голове, то этот человек умрет. И что делать? Надо было дать благословение. И этот Вритрасу хотел проверить на Шиве его же благословение. И Шиве пришлось убегать. И когда Шиве уже некуда было бежать, он взмолился Верховному Господу, что сейчас я попал в опасность из-за этого демона. Я благословил его. И когда Господь явился в форме Ваманы и позвал: «О, Шакуни Нандан, куда ж ты бежишь? Ты куда бежишь? Я тебе дам совет, подожди». И вот он, и вот так Господь, он посоветовал этому демону. Что, зачем бегать за Шанкаром? Лучше проверь на своей голове. И тогда этот Шакуни Нандан, он к своей голове прикоснулся и умер. This way, actually, Shankar Bhagavan, any time Shankar Bhagavan giving any benediction, you can try to speak this way, that actually we find many people worshipping Shankar. Видим, что какие-то люди все поклоняются Шанкару. Bhagavan, Supreme Lord. Шанкару. Those were, demon. They usually worshipping Shankar. Shankar giving benediction. Externally you can find why Shankar Bhagavan giving benediction to. Why Shankar Bhagavan? Shankar Bhagavan on give some benediction to Hiranyakashipu. Дает благословение Хиранякашипу. Почему Шанкар Бхагаван благословляет Ванасура и прочих демонов? И так, если мы посмотрим, то это по милости Верховного Господа. Какая же обязанность Шанкар Бхагавана помогать Господу? Так или иначе, мы не можем доказывать, что Шанкар, он против Верховного Господа. И вот когда демон хотел похитить Драупади, то и вот потом сообщили Биме и Арджуне, что похитили Драупади, и Бима, он аватара Ваю. He is lying, running like wind, more faster than the chariot of Jayadrata. Stop. Then Arjun make fire in front of Rama. Arjun make bow and arrow,
and make fire around. Because then Jayadrath cannot go anymore. He is an all around fire and he is there. Then catches it and beat him very heavily. After that, they tie, you know, Jayadrath and come, drag and comes in front of Yudhishthira Maharaj. Oh Maharaj, your honor, what to do with this criminal? Yudhishthira Maharaj actually speaking, we like to put this case in front of Draupadi. И вот когда поймали его, то Юдхиштхира сказал, что нужно спросить Драупади, что делать с ним. Драупади, она была вайшнави, она сказала, что можно освободить его, поскольку если убьем Душала, его жена, она станет вдовой. Но им не понравилось такое решение, они пошли к Кришне спрашивать, что делать с этим преступником. Драупади сказала, освободить нужно, но также говорится, что уважаемые люди, если их оскорбить, то такое наказание подобно смерти. И вот они решили его оскорбить. Они обрели его наполовину, и половину бороды сбрили и выгнали. А этот разбойник, он думал, что лучше бы они меня убили, что же делать? И потом он решил отправиться в Гималай и совершать баджан Шанкару. И Шанкар, он Ашутош, он тот, кого легко удовлетворить. И после этого явился Шанкар, что ты хочешь? Я хочу убить всех панчапандавов. Я хочу победить панчапандавов. Это невозможно. И снова и смотрите, мы не можем победить Арджуна, это невозможно. Finally, you can know. Okay, if you cannot give benediction that way, you bless me so that nobody can kill me. Actually, that kind of benediction is impossible. Ну, он начал выпрашивать у Шивы благословения и. Но Шива говорил, я то не могу дать, это не могу дать. Он попросил бессмертия и Шива сказал, что не могу сделать тебя бессмертным, но могу благословить тебя, что если кто-то отрубит твою голову, то новая вырастет. Но если твоя голова упадет на землю, то ты помрешь. И вот на таком благословении они сошлись, и Арджуна вследствие с ним сражался. So if anywhere they are going to throw, they can throw. My father is very merciful to me, but the father don't know he is doing bhajan. At the same time, вот, I will cut head and his magical spell. Take the head portion. И вот Арджуна как этого демона победил, когда он там сидел, отец этого демона, он совершал бхаджан в Гималаях и и Арджуна, он своей стрелой отрубил ему голову, и голова попала на колени к отцу. Отец баджан совершал в Гималаях, и отец ее сразу скинул эту голову на пол. И таким образом он помер, этот демон. Also, about that name? Who wanted to get the... Salvo. I just told you. Salvo wanted to worship. Finally, Salvo, what do you want? Следующая история с... I want to get such a plane, aeroplane, which can have different kind of accommodation, all facilities there. Which can, I can move, I can run this plane, but mentally, oh,
И вот другой какой-то человек, он хотел от Шивы получить благословение на такое летательное средство, которое могло летать куда угодно и расширяться на любое количество пассажиров. И прохладно, чтобы там было, и прочее, прочее. И вот смысл этих историй в том, что люди, они просят какие-то благословения от Шивы, но эти благословения, они не дают им счастья. В этих благословениях всегда какие-то недостатки сокрыты. И также Шанкар по указанию Господа в Падмапуране говорится, что Шива, он должен проповедовать Майаваду по воле Господа. Он никогда не хотел этого делать, но это наставление Господа. И поэтому Шива был вынужден исполнять его указания. И вот, смотрите, я вынужден явиться в форме Шанкарачарьи, Шанкара. И после этого Шанкар Бхагаван проповедует Майаваду, Майават-таттва. Вся И он проповедует Майаваду, чтобы запутать материалистов. И какое же наставление Верховного Господа, что если какие-то не, как сказать, такие не авторитетные люди приходят ко мне, то я не могу их обманывать, чтобы они... И поэтому это твоя обязанность отводить от меня таких недостойных людей, чтобы они не беспокоили меня. И поэтому Шива явился в форме Шанкарачари и проповедовал Майаваду, чтобы отвратить от служения Господа, Господу таких недостойных людей. Кришна Бхагаван и Чайтанья Махапрабху, они всегда относятся к Шиве, к Шанкару, как к своему другу. Все время они думают так о нем. Даже в Южной Индии, когда Махапрабху отправился в Южную Индию, можно вспомнить. Никто не мог найти Господа. Где же Господь? Он уже переместился в Шри Парват. Там Браман и Брамини, Шива был там. В общем, на какой-то Шри, этот Шанкар с Парвати, он на этом Шри холме, они там были, и Господь туда переместился. Есть картина по этому поводу, вот преданные показывают, где сидит Шива с... Вот картинка Махапрабху, где обнимает Шанкара, и они обсуждают Таттва-сиддханту. И как можно говорить о том, что Шанкар Бхагаван, он не лучший из преданных? И Нарада приводит такой аргумент, что, о, Господь так любит нас, что невозможно... Give this responsibility on you, but you are speaking opposite way, not the right. Like you see, giving the reference now you're speaking. Ну, в общем, суть в том, что Господь очень любит Шиву. И вот одно из доказательств, то, что во время пахтания Молочного океана, когда демоны-полубоги пахтали океан,
первый результат этого бахтания был смертельный яд. И они не знали, что делать с этим ядом. А Господь сказал, что идите к Шанкару, он поможет вам. И вот полубоги и демоны, они пошли к Шиве и начали возносить ему молитвы, обращаться к нему как к Прабу. Что значит Прабу? Прабу — это тот, кто сможет спасти нас. И он зовется этим словом. И они молились Шанкару: «О Прабу, спаси нас, весь мир может быть отравлен этим ядом. Мы не знаем, что делать». И тогда Бхагаван Шри, мы взмолились Кришне, и Кришна сказал, что ты Митхунджай, ты можешь принять и переварить этот яд. И вот он сказал Парвати, что мы, наши дети, они пришли, чтобы попросить помощи у нас. И тогда Шанкар Бхагаван сказал: «Хорошо», и он взял и выпил весь этот яд. Но одно но, что случилось, Шанкар Бхагаван, когда он принял весь этот яд, и этот яд, он застрял у него в горле. Шанкар Бхагаван, он не хотел позволить этому яду дальше пройти до его сердца, поскольку в сердце Господь пребывает. И поэтому этот яд, он застрял у него в горле. И вот Шанкар, он выпил весь этот яд, и... Еще, когда он пил, какие-то капли, они упали на землю, и из них произошли ядовитые насекомые, змеи, скорпионы и прочие ядовитые творения. То есть они приняли какую-то каплю от этого яда, а Шанкар выпил весь этот яд. И в результате этого яда его шея стала синей, и поэтому его зовут Нилакантха. И вот то, что невозможно для других, Верховный Господь, он дает наставление Господу, проповедь Майвады невозможна для других. Только Верховный Господь, он дает наставление нам. И все время, если мы сможем понять качество Шива-таттвы, Сада-Шива-таттвы, то мы можем сразу получить улучшение в нашем баджане. Но внешне не так просто понять Шива-таттву. В Бхагаватам описываются прочеты и различные другие преданные. Я могу привести много примеров. Все они обрели Кришна-бхакти. Сада-Шива, он может дать нам Кришна-бхакти. Сада-Шив, он может дать нам Кришна-бхакти. Это возможно, поскольку Сада-Шив, он Адвайта-гасай. И во Вриндаване, в Гопешвара Махадев, он Сада-Шив. Санатан Госвами, он приходил и предлагал свои поклоны Сада-Шиве, Гопешвара Махадеву, всегда, каждый день в Расастхале. Но Шанкар Бхагаван однажды пришел во сне к нему: «О Прабу, о Санатан, не надо ходить так далеко ко мне». Но Санатан сказал: «Нет, я должен каждый день ходить и поклоняться тебе, я не остановлюсь и продолжу ходить. И что же делать? Тогда ты можешь найти меня рядом со своим домом в Анканди Махадев, там, на полпути буквально». И Шива сказал, что тебе не надо ходить по этим колючим дорогам по лесу, я ближе к тебе стану. И с тех пор Санатан Гасай приходил и кланялся в другом месте, рядом с его домом. И Санатан Госвами, он начал свой баджан, где Чак Чаклешвар Махадев,
и все комары, они кусали его, и он уже собирался уходить из этого места, и Шанкар Бхагаван явился и сказал, что никаких комаров больше не будет, не надо уходить от меня. И вот можно найти тысячи примеров, что Шанкар Бхагаван, он даже в ад отправляется, чтобы бхакти обрести, но так или иначе Шанкар Бхагаван, он обманет нас, если мы обманщик. Для обманщиков он обманщик. Но те, кто искренний, он тех не обманет. Как пример я могу привести? Один прекрасный браман из Бардамана здесь, из Бенгали, он хотел выдать свою дочь замуж за кого-то, но денег не было, он очень беден был. И вот он решил отправиться к Шанкару, просить денег. И вот он так пошел в Варанаси молиться Шанкару, чтобы Шанкар ему денег послал. И так он постился день за днем, и Шанкар явился к нему во сне и сказал, что есть один богач, где во Вриндаване, иди, Санатан его зовут, на берегу Ямоны. Он необычайно богат, и он даст тебе денег. А у меня денег нет. И вот он пошел в Вриндаван и нашел Санатана. Какой-то гасай, а у него ничего не было, кроме Каупины. А как это Шива сказал про него, что он необычайно богат. И вот он пришел, спросил, чего ж ты пришел? Шанкар Бхагаван, он послал меня из Варанаси, Шамбу. Шанкар Бхагаван отправил тебя, да. Он сказал, что ты необычайно богат. Разве богат? И вот Шанкар... Разве Шанкар сказал так? Да. Но Санатан подумал, что Шанкар не может говорить лжи, а у меня ничего нет, что же делать? И вот Санатан Госвами думал и думал, что же делать, и вспомнил, о, у меня есть философский камень, валяется вон в той куче, иди, если надо, забери его. И вот Санатан показал на то место, этот браман пошел, нашел этот камень, прикоснулся к какому-то железу, и железо стало золотом, и браман необычайно обрадовался, начал танцевать от радости, и потом он отошел на какое-то расстояние, мысль к нему пришла, что вернулся к Санатане и спросил, что же у тебя есть больше, что этот философский камень, который превращает все в золото, он поблек перед этим богатством. И Санатан Госвами сказал, что сначала выкинь этот камень в реку, и потом я тебе расскажу. Браман выкинул этот камень, и Санатан Госвами сказал, посмотри, Вриндаван. И для Санатана Госвами возможно было показать настоящее качество Вриндавана ему. И также это было с одним мусульманским царем Акбар Ватсой, когда он пришел во Вриндаван из Дели. Санатан Госвами, он хотел... И этот царь спрашивал, что же он может сделать. Санатан Госвами попросил починить сломанную ступеньку на лестнице, и император подумал, что это оскорбительно для меня, я император, а тут какую-то ступеньку починить. И тогда, когда Санатан Госвами, он увидел настоящую красоту Вриндавана, настоящий Вриндаван, то он увидел, что эти ступеньки, они настолько превосходно украшены. И он попросил починить ступеньку, а
этот император Ак-Бхагавата, он сказал, что если я продам всю свою империю, я даже один камень не смогу купить, который там на твоей лестнице. Поэтому прости меня, я ничего не могу сделать тут. То есть он сказал, что если я даже продам все царство, то я не смогу починить твою ступеньку. И так иногда Господь может вести нас правильно, иногда, если мы не искренни, то Господь может обмануть нас. И так один за одним мы можем видеть с различных шастр, с Бхагаватам, там и здесь. Можно видеть, что Шанкар Бхагаван, Шамбу Садашив, он помогает нам обрести бхакти. Адвайта Гасай Аштаке можно найти те, кто повторяет Садашив Татву, то сразу, как Нитянанда, он говорит, что я помогу вам пересечь этот материальный мир. Нитянанда Прабху говорит в этих словах, что вся обязанность помочь вам пересечь этот материальный мир, она с нами. И те демоны, те, кто поклоняется Шанкару, можно найти, что они следуют Майявататве. И какие-то падшие души, они, которые якобы следуют Шиве, они употребляют алкоголь и наркотики. Думаю, что это, как сказать, что Шива тоже этим занимается. Но это не так. И вот во время Дакшва Яги, когда Дакша, он оскорбил Шанкара без какой-либо причины. А Шанкар ничего не говорил, он только слушал и слушал. И Сати, как она впоследствии оставила тело на этой яге. И все полубоги с Брахмой и прочими, они пришли к Шанкару на Кайлаше. Есть одна форма Садашивы. И я хочу, и там, если наше сердце чисто, можно увидеть Садашиву, и все полубоги возносят ему молитву, что эти полубоги, они молились Шиве. И вот сейчас я хочу сказать очень важную сиддханту в жизни гуру и вайшнавов. А вайшнавы, они могут как наказать нас, так и благословить. Один вайшнав, он может наказать нас и благословить. Милость и ниграха и ануграха. На санскрите мы говорим ниграха и ануграха. Если вы думаете, что вайшнав не может нас наказать, это не так. Вайшнав может, как гуру, они могут наказать нас, так и благословить, даровать свою полную милость, чтобы мы смогли обрести связь с Шри Кришной. И сейчас, и вот Махараджи Яги возвращается, когда Шива разрушил все их жертвоприношение, избили всех этих участников. Бригу бороду вырвали, у кого-то зубы выбили, кому-то руки переломали, кому-то еще что-то. Вот Вирабхадра там был у всех, такой беспорядок навел. И эти полубоги пошли молиться Шиве, чтобы
Шива позволил им продолжить ягью, поскольку убили там еще кого-то эти жрецы там и прочие участники яги, они были, кто-то из них убит был, и пошли к Шиве молиться, чтобы Шива все восстановил и оживил. И вот какие-то жрецы во время яги могут только мантры произносить, вторые в огонь возливать, третий смотреть, чтобы все хорошо было, происходило и прочее. И вот Шанкар Бхагаван сказал, что я был вынужден их наказать. Вы думаете, я разгневался на них? Нет, я был вынужден показать пример. Это подобно мильному камню перед всем миром, чтобы они не могли совершить такое же оскорбление. Я не гневался, я вынужден был сделать это, и поэтому пойдемте. И Шанкар Бхагаван пришел туда, и Дакша, и Праджапати Дакша, он в результате получил голову козла, а всех было как бы лучше. Их оживили, и ягья смогла продолжиться, но Дакша Праджапати, его сердце не было очищено, все же он обиделся на него, на Шиву, и поэтому в Чакшуш Манвантару, когда Дакша оставил тело, он опять родился в Чакшуш Манвантаре. Он был прачетас Дакша. И в то время, также, когда Нарада Муни, он всех своих детей он наставлял, чтобы они стали саду. Они ушли, и разгневался, и проклял опять. Я проклинаю вас, вы не саду, почему вы обдурили моих детей? И он проклял Нараду, чтобы он не мог находиться в одном месте, а Нарада, он засмеялся, это хорошо. Если саду путешествует больше, это хорошо, он больше и больше людей может спасти. В чем проблема? Но когда Нарада принял прибежище в Двараке, внутри Двараки нет влияния этого проклятия, поскольку это сама Дварака, это Вайкунтха. И поэтому Нарада хотел находиться долго на Вайкунтхе, поскольку это Вайкунтха, Дварака, Галока, и там не действует проклятие, которое в этом материальном мире действует. И так, один за одним, если мы будем говорить о славе Шивы, то можем увидеть, почему Шива, он раздает свои благословения каким-то непонятным людям. Но за всем этим стоит определенный план, поскольку если не было бы такого негатива, то подобно тому, как солнце, сияние солнца можно увидеть только во время присутствия тьмы. И поэтому, чтобы украсить Кришна-лилу, чтобы насытить, прославить Кришна-лилу, Шанкар Бхагаван, он дает благословение каким-то непонятным людям. Но Шанкар, он хочет дать преданность преданным. Шанкар Бхагаван, он никогда не обманывает их. И о Варанаси говорится, что если мы поклоняемся Шанкару, если мы оставим свое тело в Варанаси, то тогда мы обретем мукти. Джива Госвамипад, он такое точное объяснение привел. Вы
Но это мукти не после смерти сразу же, а крама мукти, постепенная мукти, поскольку только Вишну Таттва может даровать освобождение мукти. Вот в этой шлоке говорится «Мукти дата вишну эва насам саят». То есть то, что только Вишну может дать нам мукти. А если такое окончательное имеется в виду мукти, но если Шива или еще кто-то, не Вишну Таттва, он дарует нам мукти, то это крама мукти, постепенная мукти, подобно тому, как в случае с Аджамилой. Аджамил был освобожден, но о Аджамиле говорится, Аджамил, он с помощью святого имени обрел освобождение, но в комментарии Вишвана Чакравати говорит, он получил, он смог освободиться от влияния майи и пошел в Харидвар, совершал баджан и после этого только оставил тело. И, но тем временем он получил общение с вишнудутами. И вот он вишнудуты, вишнудуты значит гуру. Он получил общение с гуру вайшнавами и изменил свое умонастроение от этого святого общения. И после этого он пошел в Харидвар, совершал баджан. И после этого только оставил тело и достиг такого более солидного состояния, а не так просто сразу. И вот также говорится в этой шлоке в Варахапуране, что говорится, где Тулсидас родился в Северной Индии, в Уттар-Прадеше, это Шукар-кшетра. Это не Шукатал-кшетра, где Шукадев говорил Харикатху. Это другое место, Шукар-кшетра. И там Туласидаши, великий преданный Рамачандра, он был Вьясадевой в предыдущей жизни. Он родился там. И я был там много раз, там храм один есть, Госвами Махараджа. Там, я был там несколько раз, там Ганга рядом, и Варахадев ушел из этого места, там Кунда есть, если вы совершаете омовение там, или Шрадху, церемонию Шрадху проводите, то очень благоприятно. И в этой шлоке говорится, что если вы умираете в Гае, то по благословению Господа они получают освобождение, а в Варанаси. Варанасьям. Это седьмой падеж на санскрите. И там, если оставить тело, то в воде или в этом воде или на земле, а в Шукар-кшетре, если в любом месте оставите тело, то получите освобождение. То есть в первую... Ну, то есть в Варанаси мы можем обрести мукти, но это крама мукти, такое постепенное мукти, нам шанс дадут к освобождению. И также там... И вот в Варанаси, те, кто умирает в Варанаси, обязаны Шанкара Бхагавана прийти и произнести Махамантру вам на ухо. И таким образом
Можно видеть, что Шанкар, он помогает иногда каким-то демонам, но это только для прославления Верховного Господа. В итоге Шанкар, он хочет прославить Господа. Вы можете помнить, что Шанкар, он служит Верховному Господу с различными способами. Если я буду говорить об этом, это очень долгая история. Шанкар, он в форме Гапьешвара, Бутешвара, Чаклешвара, Рангешвара, он защищает Вриндаван Даму. В начале всего, когда вы хотите совершить Даму Парикраму, вы должны прийти к Бутешвару Махадеву и помолиться ему, чтобы он даровал вам возможность войти в святую даму. И вначале мы должны поклоняться Шиве. Те, кто совершает парикраму под руководством Гуру Варги, можно найти, что они всегда идут к Бутешвару Махадеву, просить его благословения. И Гапьешвара Махадев, он тоже может даровать свою милость. Даже гопи на береге Гуямоны, гопи, они поклоняются Гапьешвару Махадеву. Нарада Кунди Кундешвар, он защищает Рада Кунду. Если мы хотим обрести према бхакти, я сижу на Вьясасане и обещаю, в различных писаниях говорится различные вещи, но мы хотим получить свидетельство из Бхагаватам и прочих авторитетных писаний. Внешне можно найти, что Шанкар Бхагаван, он полон невежества, поскольку тама значит невежество. Но внутри он полон знания, гьяны, он высший гьяни. Шанкар – лучший из пандитов во всей этой вселенной. Шанкар, он может дать урок любому, но внешне можно найти, что он выглядит как полон невежества из-за того, что он управляет тамагуной. Тамагуна, она олицетворяет собой невежество, и в Шанкаре можно найти такие противоречащие качества часто у него, как он может обмануть демонов, и в то же самое время он может даровать нам свои полные благословения. И что, и не только это, также он может войти в Расалилу. И вот Махарадж рассказывает про то, как он получил благословение от Кришны для того, чтобы войти в Расалилу, что ему нужно было изменить свое настроение, потом родиться на Брахмакунде или Манасароваре. И после этого, когда он родился в другом теле, он... И Йогамая Парвати, она помогала ему, помогала украшаться для Кришны, и потом только Шива в другом теле, он уже мог войти в Расалилу. Никто из полубогов вообще не позволен внутри Расы, только Гопешвар Махадев Сада Шива, Адвайта Гасай. У него есть особая сварупа внутри этой Расалилы. И таким образом можно найти, что Шанкар Бхагаван, он лучший из преданных. Но для этого мы не сравниваем его с Враджаваси. Все. И Нандишвар Махадев, он получил милость от Кришны, чтобы увидеть всю Балья-лилу и в форме Нандишвар Махадева, Нандишвар Парвата. Он наблюдает лилу Кришны все время. И Баршана на санскрите Барошана. Бара значит Шрештха, лучше, а Шану место Баршана, если так. Баршана значит тело Брамы. Брама, он хотел видеть лилу Радхарани и Кришна,
Я хочу сказать вам, что вы должны верить в то, что Адвайта Гасайи помогает. Адвайта Гасайи, он помогает Махавишну Татве в творении, а когда Садашива в форме Рудры, он уничтожает, разрушает, участвует в разрушении Вселенной. И как это можно понять, если он и помогает и в творении, и в разрушении? И если какая-то джива, она достойна стать Рудрой, Рудра — это не Шива, это проявление, экспансия Шивы. Он какую-то часть способности энергии берет от него. Рудра, он разрушает, и есть 11 форм, видов Рудры. Еще забыл сказать, что когда Махавишну, он смотрит на то, на Майю, на то, и вот этот свет, исходящий из него, он в форме Двадаш Адитья Линг, можно найти в Индии. И вот 12 разных шив можно, в Индии можно найти это впоследствии того, когда, как Махавишну он смотрел на Майю, поскольку Махавишну не может быть прямой связи с Майей, а когда он смотрел на нее, эти лучи солнца, лучи света, исходящие из него. И в этих лучах, через эти лучи, в этих лучах были бесконечные дживы, которые, согласно своим предыдущим самскарам, родились из чрева этой Махамайи. Но будьте уверены, если вы верите мне, если вы будете предлагать листья Белла и воду Ганги Шивы, то это очень хорошо. Кто-то советует, что какие-то ачарьи советуют, что мы можем Туласи предлагать Садашиве. Кто-то говорит так, меня однажды спросили, почему Белл предлагаем, а не Туласи Шиве. В Харидваре я Шиве поклонялся, там была Харикатха, и какой-то преданный, достаточно пожилой, спросил, почему был Шиве предлагаем. Я сказал, Шаста говорится, поэтому мой Гурудев был предлагал, а почему не Туласи? Я сказал, что да, Туласи я тоже могу предлагать, но когда он в форме Садашивы, как я могу предложить Туласи лотосным стопам, Адвайта Гасайи, но когда вижу Шиву в форме Лингама, то это другая форма, и ему же мы не можем предлагать Туласи, только был. Если мы будем то есть почему нельзя предлагать Туласи Шива Лингаму, потому что это, во-первых, нехорошо, во-вторых, какие-то люди могут заметить это и тоже будут рвать Туласи кучами и предлагать Шиве, как можно видеть, что Сахаджи готовят рыбу и прочие нечистоты, кладут Туласи и предлагают это все Махапрабху. Это такая сахаджийская практика. И это очень нехорошо. Я хочу взять пыль со стоп тех, кто следует Шриле Прабхупаде.
Если вопросы какие-то есть. Any question? Maharaj, Shiva is also ahankara tattva. Yes. Ahankara tattva. Sambhavi has to control this ahankara tattva. Sangha, how? Actually, I have to speak more Harikatha. It is the Gurudev of Sankar is Sankarshan. Gurudev Shankara, Sankarshan. Sankarshan. Sankarshan Bhagavan. Sankarshan, он имеет ответственность за аханкар татву. Это аханкар татва, она чистая татва. То есть это как Хануман, например, он гордится тем, что он слуга Рамы. И вот однажды Хануман, он пришел к Раме, а Хануман пришел к Раване, и Хануман думал, что же сказать, он же демон, не поймет ничего. Я слуга Рамы, и как же это донести до него? И Хануман сказал, что я слуга Рамы. И Раван засмеялся, ты слуга. Я думал, ты господин, ты какой-то царь какого-то всего мира, а ты какой-то слуга, да. Я слуга Рамы, а ты слуга Майя. А я слуга Рамы, и все плохого в этом. И Ситадеви, она пришла в тонкой форме в ухо Хануману и сказала, почему же ты не скажешь, что ты слуга Рамы. Хануман же думал, что же сказать, он демон не может понять, что поскольку он демон, что бы ни говорил, он не поймет. Равана, он хотел... Вайдянатх в Бихаре есть этот Шивалингам. Равана хотел забрать его и на Ланку перенести, но Вайдянатх сказал, что если ты меня возьмешь без пересадок, перенесешь, то да, а если остановишься, то не сможешь. Ну и Равану пописать очень сильно приспичило, и он вынужден был оставить, поставить его на землю, и все на этом. Он дальше не пошел. Это такой же случай, как с Гавардханом и Пуласти. И вот когда Пуластья Муни он забрал Гавардхан с собой в Варанаси, то, но при одном условии, что он нигде не поставит его. И он сказал, что хорошо, у меня есть такая сила. И взял он Гавардхан, и по дороге ему тоже приспичило пописать, и вынужден был оставить Гавардхан, и Гирираш там остался навечно у Ямуны, чтобы служить украшением для Лил Кришны. И вот когда Шанкар Бхагаван, он контролирует эту Тамагуну, Раджагуна это гуна страсти, а Тамагуна гуна невежества. Я уже сказал, что когда вы служите, например, этим полицейским, то вынуждены ходить в полицейской форме и вести себя соответственно. Шанкар Бхагаван, хотя он заведует таким гуной невежества, но он может даровать нам бхакти. Но Рамануджа Ачарья говорит, что мы не можем кланяться Шивалингамам, которые установлены не вайшнавами и нечистыми браманами. То есть мы должны кланяться только тем Шивалингамам, которые установлены чистыми вайшнавами и браманами. Но если вы видите Кришну везде, то это уже другой случай. Тогда уже можно кланяться.
I will have to speak more and more then. It is written in Shastra that from the, you know, from Krishna one day. Шастра говорится, что однажды у Кришны. And from outside coming Gopeshwar Mahadev, and from outside the pleasure potency take the form of Radhika. That doesn't mean he is starting point. Also, you see. По Гопешвару, что однажды Кришна. Из тела Кришны вышла Радхарани и этот Гопешвар. Но это не значит, что кто-то из них первый, поскольку это лила на вечна. After that, you can find Loknath in Jagannath Puri. You know Loknath? No. Loknath Mahadev. He can get different. They are protecting all. So Shankara Bhagavan anyway going to get special service. You to Shankara особое служение, также защищать эту даму. All the time in Sistri Lila and Sadasin. В творении он, в лиле творения он как Садашифа, в лиле разрушения как Рудра. И Шанкар Бхагаван, он все время помогает, служит Верховному Господу всегда. И также вы знаете, что в форме Чинтахаран Махадева в, на берегу Ямуны в Гокуле Шанкар Бхагаван плачет и говорит: «О Господь, Ты сейчас явишь здесь Свои лилы, я хочу участвовать в Твоих лилах». И тогда Господь сказал, что Ты можешь начать Свою блажен здесь, в этом месте. И тогда Яшода, когда она держала Гопалу на своих руках, это давно было. Очень давно было. И Нанда Баба и Яшода не поклонялись этому Махадеву. И однажды Яшода держала Гопалу на своих руках. И Шанка пришел к... You are so dirty. Он пришел к Яшоде и сказал, попросил прикоснуться к лотосным стопам Кришны. А Яшода сказал, что ты очень грязен, скверный так. И лучше не надо. И тогда Шива, он в тонкой форме, он пришел и прикоснулся к стопам Шри Кришны. И также можно помнить, что Кришна, когда Кришна Бхагаван, он явил Махини Лилу, а Шива, он не смог увидеть эту лилу и потом пришел к Господу просить, чтобы Господь опять явил себя в форме Махини. И Господь сказал, что я смогу тебе явить Махини Лилу когда-нибудь. Потом, когда Шанкар был со своей женой и с быком, то он увидел какую-то прекрасную женщину, играющую с мечом. Он привлекся ею, забыл, что у него жена рядом. И эта женщина, она убегала, и Шива бежал за ней. И когда он догнал, обнял ее, то эта Махини, она приняла форму Кришны. Что случилось? О, Камджай, ты Камджай, Митхунджай, тот, кто победил вожделение, Господь принял форму Махини, чтобы всех демонов обмануть. Кришна может, Кришна всегда помогает Шанкар Бхагавану. И в этой лиле можно видеть, что он лучший. Also as a Gaur Lila you can find Chaitanya Mahaprabhu. When some Shankar Bhakta came,
Then so Gauranga Mahaprabhu, what happens? Dancing with him. One Sankar Bhakta, Sivu Bhakta. В читании Бхагавате описывается, однажды пришел какой-то Шанкара Бхак, преданный Шивы, и Махапрабху, когда танцевал, он запрыгнул к нему на плечи. И Варанаси — это не полное проявление сады Шивы. Но все же читание Махапрабху, когда читание Махапрабху, он вынужден явиться как саду Шива, но не полное проявление, но сочетание Махапрабху, он Вишванатху, он приносил свои поклоны, когда он был в Варанаси. Каждый день читание Чайтамрити, говорится он, чтобы дать нам пример, что Шанкар — это не повелитель Тамагуны, он также саду Шива. И вот Рамачандра, перед тем, как этот мост на Ланку построить, он установил там храм Шивы. Шанкар Бхагаван, он роль гуру также выполняет. И Шанкар... Но Шанкара, даже Верховный Господь говорит, что Шанкара, Шива, он роль гуру выполняет. Те, кто изучает санскрит, они могут понять Рамаха, Ясо Исвараха, Са Эва Рамисвараха. Рам из Ишвара. Рама — это Ишвара. Ишвара от Рам. Шива. Это Ишвара Шива. И поэтому Рамешвара. А Гопешвара, те гопи поклоняются ему как Садашиву, видят его как Садашиву, и поэтому нет проблем в этом. Гопинам Ишвараха. И с различных точек зрения мы можем обсудить Шиватату, но времени мало.